Рада приветствовать вас, дорогие мои зрители и подписчики на моем кулинарном канале. С вами я, кухарочка Алина. У нас сегодня минус один было утром. Снег выпал уже вот наконец-то. Снежок. Уже холодно. Малыши у меня сегодня утром встали быстренько к окну. Ура, мама! Снег выпал! Да, так повеселили с утречка. Сейчас с ними бабушка, пришла моя мама в гости. Я так вырвалась немножечко по своим делам. И сейчас хочу как раз параллельно зайти. У нас есть магазин такой Варус. И там подкупиться немножечко. Там то все. В общем, потом вам покажу покупки, что я купила, что я буду, что планирую готовить, вернее. В общем, оставайтесь на моем канале. Гульки нахохлились, все такие холодно им. Что ж вы будете делать, зайки, когда минус 20 стукнет? Не готовы были к морозам. Красота, ну уже не такая уж и красота, начала все таять. Хотя на градуснике у меня в телефоне минус 1. Видите, какие дороги у нас. Ага, вон Варус. Вот я к нему и приближаюсь сейчас потихоньку. А он у нас что-то строит в центре города. Тоже, наверное, к Новому году готовятся. Там у нас центральный парк дальше. Ну, там, конечно, красота летом. Фонтаны, карусели. Все работает сейчас. Там грустновастенько. Зима, холода. Вот цены на яйца. 31,99. 29,99. 28, 32, 32, 29, ого, даже есть 46, ничего себе, 25, я взяла вот эти вот, что внизу, вон, по 26,40, здесь вон сыр. Вон такие вот цены, на любой вкус. На любой кошелек. 9,19, это значит 91,90. 15,69, значит за килограмм 156,90. Вон такие вот цены. Сколько рулька? 59,90 за килограмм. Цены на свинину. Тоже цены за 100 граммов. Пришла я уже домой, деток покормили обедом, положили спать, мама пошла к себе домой, я разложила покупки, и сейчас я вам покажу, что я купила. Вот, купила такой сырочек с курагой и с изюмом. Так, вот мои покупки, вот чек. Купила вот такой вот сырок с курагой, любимчик, с курагой с изюмом. Моцареллу купила, ферма, производитель. Такой вот брусочек. Купила крабовые палочки, пекинскую капусту. Хочу салатик сделать, вот капуста 3,48 получилось. Купила яйца. Цену на яйца вы видели. Я показывала. Такие хорошие, нормальные яйца. Что-то были... Вот видите, хорошие яйца. Что-то были за яйца по 46 гривен. Я так и не поняла. Наверное, их куропатки несли какие-то золотые. Вскормленные молоком ламы горной. Потому что ну, цена неадекватная, как по мне. 46 гривен за 10 яиц. Вот кукурузу купила. Взяла вот такую вот грудинку по акции. 405 граммов. Сейчас гляну, сколько она мне вышла. Ага, выгода грудинка, особливо свиняча. Вот. Видно? 56. 66, ну 57 гривен.
Купила виноград 65,95. Цена его я купила на 30 гривен. Авокадо. Купила такой шкребочек. Огурчики. Вот купила еще брокколи. 25,95 за килограмм. Я взяла на 17,49. Майонез. Безлактозное молоко таки. На здоровье. Поленту буду детям готовить. Панировочные сухари. Это я хочу моцареллу сделать. Закусочку такую приготовить. Ага, вот еще колбаску взяла. Вот такую вот. Закарпатские колбасы. Сейчас гляну, сколько у меня получилось. Такая палочка колбаски. Салями. Еще хорошо так по цене 33,57. Она была по акции 139,89. 240 грамм. А еще взяла фарш. Такой вот. Пожарим нашему папе котлетки. 69,99 за килограмм. Вот я взяла на 47,59. Ну, вот так вот я скупилась. Еще каких-то мне игрушек дали в Варусе. Не знаю, еще не распечатывала. Какая-то у них акция очередная. То Марвелов они раздавали. А теперь вот таких вот динозавров. Ну что ж, дорогие мои, спасибо большое за внимание. Спасибо за то, что были со мной на моем канале. Всего вам хорошего. Подписывайтесь на канал, если вам понравилось видео. Ставьте лайки. Жмите на колокольчик, дабы не пропустить новые видео. До новых встреч!